Сегодня выходной день, люди вышли на рыбалку. Попробую я с братом выйти сегодня на окуня побросать. Будем использовать вот такой вот фидер. Ничего лишнего не делал? А ты что, на моторе будешь? Да, это скорее. Наконец-то конец осени, с братом выйдем, побросаем окуня. В лататях не будем, на чистом месте побросаем. На фарватере стоят, это на карася стоят. Я не вижу, чтобы кто-то бросал. Окуня никто не ловит. Сегодня что-то тучки, я смотрю, сильное низкое давление. Мох сможет засесть, стоять. Вот так вот прошло где-то 3 часа, вышло солнышко, взяли только на глубине одного крупного окуня, заснять не удалось, и 2 окуня в лататях взяли, куда начинали плыть. Взял брат, потому что у него был шнур, у меня леска, я там просто не мог искать, а он именно как раз сейчас находился в лататях. Ноябрь, скорее всего, то, что мы очень поздно вышли, то есть мы вышли в 10 часов утра, надо было пораньше. Хищник вот сам по себе получается чередует, надо места искать, на окуня не стоять на одном месте, в принципе, так, что мы и делаем. Один такой неплохой вроде. Ну, наверное, уже сезон закончился. То есть рано поздно вышли.